Так, ну опять мы приехали с рынками снова. И опять купили сало и руль. И дороже, чем мясо. Так вот, вот это сало, за сколько мы купили? Это 300. Так, а было 300. И то 200. И то 200. А, да, в принципе. Пара. Да, вот за эти два кусочка 500 гривен. Ну, оно очень вкусно пахнет. На соломе смажены. Поэтому это просто деликатес. Ну, сейчас мы его засолим, как обычно. Будем кушать. Вот такое блюдо. Зараз без сала жить или можно. Thank you.